Здравствуйте, любимые наши подписчики! Сегодня мы хотим снова посвятить наш выпуск ответам на ваши вопросы. Многие нас спрашивают, почему мы себя не показываем. Мой брат меняет голос, например. Мы уже вам как-то рассказывали, почему. А все из-за врагов, милые наши подписчики. Вы думаете, мы занялись магией по доброй воле? Экстрасенсорные способности у нас были с детства, это факт. Но мы не хотели заниматься магией. А вот жизнь и враги нас заставили. Вы даже не представляете, через какой ад мы прошли. У вас бы волосы встали дыбом. Мы прошли через все-все-все возможные виды порчи. Бывает, на людей накладывают какой-то один вид порчи. На нас же из-за зависти, противоположный пол из-за ревности и желания нас к себе поиметь, различными приворотами и отворотами от других, наложили на нас миллионы порч. Нам было до такой степени плохо, нам не хотелось жить. Мы постоянно думали о суициде. Наши любимые ушли из жизни, мы потеряли огромные суммы денег из-за мошенников. Много миллионов, потому что в то время, когда из жизни ушли наши любимые, а еще и мы сами до кучи заболели и плохо соображали, как специально в это тяжелое для нас время откуда-то появились телефонные мошенники. На нас навалилось все одно за другим, как снежный ком. А еще из-за всякой ерунды мы переругались со всеми родными и друзьями. А это были дополнительные порчи на рассорки. И в то время, когда мы особенно нуждались в помощи, от нас отвернулись все. А еще и нас обоих до кучи подставили на работе плохие люди, желая получить наши должности. А мы занимали очень высокие должности. И мы еще и работы лишились, помимо всего. И мы вообще остались без средств существования. А еще из-за мошенников с огромными долгами. Нам даже не на что было есть. Гречка на воде была для нас роскошью. А при этом из-за болезней нам надо было еще и покупать лекарства. И все это навалилось на нас волшебным образом, на меня и брата одновременно. Но разве так бывает? Разве это случайность? Нет, просто так такое одновременно случиться не может. И потому мы решили о себе больше никому и ничего не говорить. Никто из нашего окружения не знает, что мы приняли все же свою магическую силу. Как не сопротивлялись и занялись чистками. Потому что завистники и враги везде и всюду. И вам, любимые наши подписчики, говорим, чтобы вы как можно больше о себе, своему окружению не говорили. И как можно больше скрывали. Люди очень лицемерны. Это мы все впоследствии поняли, когда начали практиковать и стали общаться с потусторонними силами. За улыбками и вроде как желанием вам всего хорошего люди за спиной держат нож и только и ждут, чтобы вам его воткнуть. Люди любят только тех, у кого все плохо, а если хорошо, начинается сильнейшая зависть. А если вы еще и красивы, и если вы отказываете общаться с кем-то из противоположного пола, они начинают или мстить, или делать на вас привороты. А от всех ваших поклонников – отвороты. В общем, всеми способами начинают всячески ломать вам жизнь. А мы тем более сейчас занимаемся еще и вашими чистками. И представляете, сколько врагов у нас дополнительно появилось, помимо наших собственных завистливых врагов. Ведь ваши враги тоже не дураки, они тоже могут смотреть наши ритуалы и могут догадываться, что вы у нас чиститесь.
А им разве это надо? Им надо вас уничтожить. А мы вас очищаем. А еще мы и критикуем других чистильщиков. Думаете, тем самым еще дополнительно не наживаем себе врагов? Кстати, ритуал по очищению с солью ваших имен, даты рождения и так далее очень важен, потому что для наведения порч ваше имя, дата рождения, номер дома или квартиры и так далее – это сильнейшее оружие, если враги эту информацию о вас знают. Враги могут навести порчу помимо того, что по вашей фотографии, но также и на ваш голос. Обычно все люди силы проходят жесточайшие уроки жизни, чтобы впоследствии лучше понимать все проблемы людей, знать, что чувствуют люди, попавшие под действие различных видов порч. И потому даже на нас, даже если мы сейчас и стали сильными практиками, высшие силы могут позволить на нас наложить новые порчи. И нам придется лечить себя вместо того, чтобы в это время помогать вам. Высшие силы сами всегда нас учат быть более скрытными. А если мы откроемся, они скажут: «Ну, держите тогда новый урок, раз не понимаете». И потому мы и вам советуем: не говорите ничего о себе своему близкому окружению. Позже вы поймете, что самые злые и завистливые враги – это близкое окружение. Вот вы для нас, наши любимые подписчики, вроде как чужие, но для нас вы самые родные. Надеемся, мы вам снова немного объяснили, почему мы такие скрытные. Спасибо за внимание, наши любимые подписчики. А продолжение в следующем выпуске.